Конечно же, это очень большое, великое дело, помогать людям, которые в этом нуждаются. Это для этого нужно иметь особенное сердце, особенную душу. Не все на это способны. Это только избранные люди Всевышним Аллахом, которые могут отдать частичку себя на то, чтобы другие люди могли видеть, слышать руками, научить их читать. И тем более для нас, для мусульман, отрадно то, что здесь в первую очередь все это проходит через призму ислама. И вот такие люди, как Ильдар Хазрат, Малика, Ханум Ильхам, они вот это все продвигают, реализовывают. И причем реализовывают в таких самых как бы сложных отраслях, в самых сложных направлениях. Мы лишь радуемся за то, что есть такие люди у нас в городе, у нас в республике, у нас в стране. И будем стараться максимально от себя помогать, чем сможем.